Слово мудрости вещего Ладо Кликоша. До высокого высоко, когда лишь зарево над марево ступало, где пустынь света не имела в ожидании расцветала, и ветром чувствовалось приближение нового. Долетел поток огня первородного дотуда, где неман теней, где свет перестает отражением быть. Но сила за рода вложена, и потому даже всей пустыне заложилось семя зарождения мира миров. В том мире миров вышние боги и порешили содеять рубежу. А на устроение сего из частей по части и призвали Кликушу оборотного. Твердь наша вообще неизмерной была, потому и вода соверху лишь, да все вокруг солнышко. Вот и зачилось деяние, что из частей во целое. Качнет Кликоша мир миров во другую сторону, посыпятся из-под солнышек да вода к ногам его земелюшки, распределить все земелюшки, да накликает ко воздуху, где земля, там воздух. Бо куда ни глянет Кликуша, то там сбывается. Так и закликивал, да по три раза, да по три раза, да по каждому. До сих перемен, покуда вряд не устроилась, так и Мидгард, земля наша, в коло устроилась. А что по коло, то его внутри, тем же миром из мира дадено, где закручено, а где окручено. Где молодкую старость меряют, тому времени коротка рубаха, что и волосы не сосчитать. Вот и порешил Кликуша
по Кола ходить, да по Мидгард земле. И спросил веления Велеса покинуть дружину его, да уйти духом с помощником на землю ко людям. Так и содеял. С тех времен, да за давнишних, ходит Кликуша средь людей, не глазами замеченный. Бродит, да вспоминает те времена изменений в мире миров. Ходит, да зреет отражением во существующем. Нема разницы. А коли кто слеп, к тому зайдет. Дык, того другие сразу и примечают. Да познавательное и спрашивают. Поможет, да далее, по градам, по весям, от переулочка да на четырех сторонушках дороги, где путник какой путь свой потеряет, тому да в помощь. Так и живет, бо мера его безмерная. Бо мера его безмерная.